Привет, ребята! А кто это у нас там крадется? Прячется то за одним деревом, то за другим. Что задумал неладное? Кажется, это воришка. Точно, ребята, это воришка. А что же он задумал? Мне кажется, он решил угнать трактор. Ребят, посмотрите, у него ничего не получается. Он не умеет водить трактор. Воришка сильно шумел и напугал животных. Что так расшумелись животные? Нужно поехать проверить. Фермер решил поехать к синему трактору, чтобы проверить, что происходит на ферме. Синий трактор. На ферме что-то случилось. Животные очень беспокойные, очень шумят. Поехали проверим. Ты что там делаешь? Быстро вылазь. Попался, воришка? Я не воришка, я просто хотел покататься. Ребята, запомните, нельзя без спроса брать чужие вещи.